Друзья, всем привет! Всем привет, друзья! Я сейчас гуляю. Вот, короче, сходил в магазин. Вот тут сумка с продуктами. Вот, и решил выйти на нашу набережную погулять. Погода у нас вообще чудесная, друзья. Просто вот великолепная. Сегодня уже 1 ноября, у нас 1 ноября 2021 года, ноябрь месяц уже наступил, вот, и у нас вообще тепло, я хожу в кроссовках и в куртке нараспашку, вообще очень тепло. Просто офигенно, все-таки, как, насколько климат отличается от московского. Смотрите, какая красота. В Москве сейчас холодно, а у нас, смотрите, еще трава зеленая. И смотрите, как тепло, красиво. Вот я нараспашку иду, вообще. Погода отличная. Вот, вообще я прям кайфую. Сегодня отец у меня на смене. Вот, а завтра хочу пойти к нему в гости схожу. А может, если завтра будет хорошая погодка, то поеду в деревню на шашлыки. Вот, если будет хорошая погода, то, конечно, желательно поехать на шашлычки. Хочется отдохнуть. Мне нравится вот именно костер, запах дыма, шашлык, когда жаришь. Вообще это просто круто. Да и с батей так пообщаться на разные темы. Он такой вот именно коммуникабельный очень и современный. Хотя ему 66 лет, но с ним можно вот на любую тему разговаривать. Такой продвинутый он. Вон качелька стоит. Сейчас немножко на качельке покатаюсь. Вот, недавно у меня такая была небольшая ссора с моей девушкой. 5 дней с ней не общались. Блин, все-таки вот когда тебе человек не безразличен, да, и потом какое-то время не общаешься с ним, ну, в ссоре находишься, то как-то вот так, такое чувство дискомфорта ощущаешь вообще. Ну, потом мы помирились с ней. Ой, блин, упала. Положил, короче, на качелю сумку, она упала. Ну и вот, в итоге, конечно, помирились с ней через 5 дней. Вот. А 5 дней вообще не общались, и я себе прям места не находил. Прям как-то это, ну, когда тебе человек не безразличен, то понятное дело, что при ссоре, да, там, ты будешь испытывать боль и какие-то угрызения совести. Вот, ну, потом помирились с ней, и слава богу, сейчас все нормально, общаемся. Вот такие вот дела, друзья. Пил сегодня себе бутылку кока-колы большую, 2-литровую. Вот, так что сегодня будет это, будет ASMR drinking на кока-колу. В общем, погодка вообще классная. Смотрите, друзья, какая красота. Как красиво. Вот Лизочке звонил. Она что-то не хочет гулять.
И я вот гуляю один. Смотрите, какие собачки видят. Вот, планирую. Не то, что как бы планирую, но очень-очень хочу съездить именно на Новый год к своей девушке в Суму, в Украину. И как бы, если бы получилось бы съездить, было бы, конечно, это круто. Хочу туда съездить. Если получится туда съездить, я поеду туда минимум на 3 месяца. Хочу с моей девушкой побыть подольше, потому что уже долго с ней не виделись. Вот собачки бегают. Долго не виделись с ней, а все-таки это... Скучаешь очень сильно, когда долго не видишь. Смотрите, как ее собаки бегают. Носятся. Друзья, тут, короче, люди прям встали возле меня и стоят. Целая толпа людей, пришлось на другую лавочку перейти. Вот такие вот дела, друзья. Гуляю, отдыхаю. Теперь другие люди стали возле этой лавочки. Что такое? Сегодня много людей, друзья, гуляют. Собачка бегает. В общем, друзья, ладно. Всем пока и до скорой встречи. Всем пока, друзья.